Добрый день! А сегодня я решил испытать нашу бензокосу. Ой, бензокосу, электрокосу. Вот этого малыша. Вот, газон он хорошо косит. А вот, вот такое. Тут куча горбов, ямок, видите. Ну вот, уже покосил сколько. Вот, и катаешь. Ну, если было бы ровно, было бы совсем приятно косить. А так, немножко не совсем. Ну, так как, видите, что тут какая трава. Одни сорняки, можно сказать. Но все равно справляется. Я решил вот этот участок покосить. Ну, вот тут, как говорится, зона отдыха. В таком же духе, вот уже какая гора травы, а так бы сгребать пришлось. Это когда очень мало выросло, ну чуть-чуть, то тогда можно мешок не брать, а пускай на мульчевание идет. Ну, покосил я вот, вот такой кусочек, как вы видите, и все. Что вам скажу, ну, это не наш, не нашу площадь косить. Вот этим. Ну, даже если побольше взять, конечно. Ну, очень долго. Я бы вот это скосил раз 5, наверное, быстрее. Ну, просто не так ровненько, как здесь получается. Ну, не совсем оно и ровненько, потому что много ям, бугров, кротовин и так далее. Вот. Единственное, хорошо, что вот собирает скошенную траву, потом не надо загребать. Но если косить невысокую бензокосой, то тогда, в принципе, и загребать не надо. Это когда уже она подросла, тогда надо загребать. Ну, а для газончиков, вот, конечно, оно самый раз. Вот. Без нее мы явно не обойдемся. А здесь буду косить бензокосой. Эту всю площадь я ей косил бы, наверное, целую неделю. Да, и по крутым склонам как. Опять на веревочках. Ну, там не такие крутые, как у нас здесь. Но все равно эту не потолкаешь туда-сюда по таким кочкам. Сегодня день как бы неплохой, теплый, но не печет, потому что солнышко чуть за облаками. Хотя вот дальше будет чистое небо, эти уйдут, и, наверное, будет тоже жара. А мы сегодня делаем, вот, занимаемся сваркой. Я вчера нарезал заготовок. И что это у нас будет? А это наконец-то будет лестница на наш мостик на озере. Вот там. Потому что там деревянная лестница. Какая тут была старая. Еще не знаю, сколько ей лет. Я отрезал и поставил. Там уже все протрухло и прогнило. Ступеньки поотваливались. Из воды вылезть практически невозможно. Потому что вода, уровень упал. А на берег идти дно очень илистое. Потом в болоте все. И делаем, значит, вот такую лестницу. Тут я размеры уже разрисовал. Все, что нам надо. Порезал, вот видите, 10 штук вот таких по 40 сантиметров и 1,92 м штуки. Это вот, вот такая у нас будет лестница. Ступенька у нас будет из двух частей вот этих вот так. Потому что с одной попробовали, очень, ну, когда наступаешь босой ногой, некомфортно. Сильно давление идет на стопу. Вот. Поэтому вот так две, а две уже нормально. Деревянные ступеньки ставить в воду, ну, явно же опять загниют. Поэтому решил металлические. И сейчас мы вот такое забабахаем. Она будет немножко под уклоном. Разметил я, где будут ступеньки, но лестница под уклоном, вот, и мне же надо ступеньки варить не перпендикулярно,
а тоже под таким углом. Значит, я решил не считать по синусам эти углы, вот, а потом надо еще и транспортир искать где-то, чтобы их отмерять. Я решил практическим путем эту задачу. Я знаю, что у меня будет 50 сантиметров вот здесь, вот вертикали, а здесь будет вот так, вот такой угол. И теперь вот я поставил, как она должна стоять, и вот ступенька должна быть горизонтально с помощью уровня, видите, сразу известно, вот как должно быть. И я их уже везде разрисовал на двух этих стоечках, и все осталось дело только поварить. Прихватил, вроде нормально, 90 есть, вот, все, не трапеция, не параллелограмм, все, хорошо. Ну, сейчас капитально обварю, и потом еще приварю вторые штучки, ну, с той стороны. Я посередине не варил, так как у меня было на рисунке, видите, выступает туда и сюда, потому что все-таки металл, я углы-то позаглаживаю, но можно будет зацепиться в воде. Поэтому у меня эта сторона подобрез гладкая. А та ступенька будет с той стороны. Она будет туда, в сторону мостика. Поэтому не зацепись, здесь будет все гладенько, вот так. Капитально обварил я лестницу, эти ступеньки, и теперь мы будем уширять эти ступеньки. Зачистил я вот этот пока край, всю лестницу не чистил, это будет потом, когда уже сварится, зачистил, потому что выступает сварка. И вот мы вот привариваем вот так. Ступенька будет шире, будет отлично, а потом уже окончательно все зачищу. Лестница сварена полностью, капитально приварена. Осталось зачистить ее. И приварил вот такие, как вы видите, крюки. Это зацепы. Для чего? Потому что я на постоянку ее туда не привариваю. Да, было бы неплохо, но это ведь трубы, не уголок. И туда зайдет вода. Заварить все щели, все вот эти, попроваривать к
как говорится, как варят водопроводные трубы, но я в этом не специалист. Очень надо было хорошо стараться, и то потом варят, они проверяют, запускают воду, и где течет, потом подваривают даже. Лестницей я не буду этим заниматься, а зимой туда вода зайдет, замерзнет, и это все треснет ото льда. Поэтому на зиму эта лестница будет сниматься. Здесь она будет на зацепах, а там, ну, в грунт заходит. И сейчас, пока я зацепы только прихватил, лестница-то сварена нормально, а зацепы прихвачены. Сейчас пойдем туда на мостик, померяем ее, как она становится, если все нормально. Я это дело обварю, ну и буду зачищать. Так, ну, прежде чем примерять, надо ж вот эту снять. Видите, что уже полностью протрухло, подпадало. Тут даже веревку привязали, чтобы вылазить. И сейчас мы ее отвяжем отсюда и примерим. Класс! Все! Все как и должно быть. Так что привариваю зацепы капитально. И дальше зачищаем. Ну вот, как бы механическая работа с лестницей закончена. Все, поварил, пошкурил, то есть зачистил сначала все, потом пошкурил от ржавчины. Ну, ржавчины было немного, так как трубы новые, просто лежали тут пару недель на улице, покрылась свежей ржавчиной. Ну и все, можно красить. Ну вот и все, лестница покрашена, красота, все отлично, пускай сохнет. Ну, эта краска, думаю, не высохнет за час, она явно сегодня не высохнет, поэтому оставляем до завтра и ставить будем завтра. Ну, вы же видели, как я примерял, было все нормально, так что и это будет все то, что надо. Ну вот так. Смотрите канал Трепанация. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Еще много чего будем делать вместе с вами. Почему я и говорю мы. Вы как активные зрители, а не пассивные. Как будто мы делаем вместе. Потому и говорю мы. Сейчас будем мы что-то делать. Вот так. Ну удачи всем. И не забывайте про Авалон. Пока.